13 на двоих. Именно столько шайб набросали в ворота друг друга хоккеисты-юниоры из Кургана и Барнаульского Алтая. Правда, дружина Евгения Бакланова все же забросила на три больше. Результат встречи получается 8-5 в пользу Алтая. Юниор из Кургана сейчас один из ближайших преследователей наших земляков. Дело в том, что барнаульцы занимают шестую строчку, хозяева льда – седьмую. В то же время у красносиних больше сыгранных матчей, целых 4 встречи. Выходит, что ценность заработанных очков возрастает в разы. Через несколько часов все в том же Кургане запланирована вторая встреча между командами. После этого Алтай переедет в Орск, где их будет ждать аутсайдер лиги Южный Урал «Металлург».